Ежегодно в Нальчике автомобилей становится больше на 2-3 тысячи, а общее количество единиц автотранспорта сегодня не менее 70 тысяч. Транспортные коллапсы. О них мы уже не только слышим из федеральных новостей, а наблюдаем у нас на городских дорогах. Этот вопрос ГИБДД пытается решить в меру своих возможностей. И как пример тому, два проблемных перекрестка в Нальчике. Пересечение проспекта Ленина и улицы Карашаева. По проспекту зеленый сигнал светофора горит 49 секунд, а по Карашаева это время составляло 15. Из-за разницы по длительности зеленой волны на последней возникали заторы. После специальных проверок и обследований перекрестка госавтоинспекцией принято решение увеличить продолжение горения зеленого света по улице Карашаева на 10 секунд. Сейчас нагрузка здесь значительно снизилась. А это уже угол Кирова-Кулиева. Здесь одновременно сталкивались транспортные и пешеходные потоки. При переходе проезжей части возникали опасные ситуации, ведь в это время автомобилистам приходилось совершать маневр. Теперь эта проблема устранена. Населению выделили отдельные фразы «пешеходный переход». Другими словами, если горит зеленый свет светофора для пешехода, весь транспортный поток во всех направлениях останавливается. Изменение правил дорожного движения. Идарова-Кирова. Ну, здесь уже будут, скажем так, участвовать и более финансовые затраты, потому что там в целом будет изменять организацию дорожного движения. Здесь этот вопрос сейчас совместно с администрацией прорабатывается. Изменение правил дорожного движения затронет и ряд других перекрестков, однако когда это произойдет, пока неизвестно.